воскресенье в Самарской области облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем 0+2, ночью 0-1 градус. Ветер юго-восточный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани солнце проглянет сквозь облака. Днем +2, ночью 0 градусов. Юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти облачно. Температура воздуха днем 2 выше 0, ночью 0 градусов. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями. Днем нулевая температура, ночью -1. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 78%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.